Зазвичай ми звикли бачити Олександра Рибака спокійним, розміреним і просто панькою, але на цей раз його по-справжньому дістали, власне, так і називається його кліп «Leave Me Alone». Приготовились? Камера, музика, Саша, будьте ласкаві, поясніть, що тут відбувається, що за кіпіш? Ну, як, я не знаю, може для тебе це буде странним, але ми знімаємо музикальний кліп Рибаку, мабуть, ти в курсі, так? Мене вже нічим не здивуєш. Вот. А что конкретно происходит? Мы снимаем такой немножко стилизованный с примесью арта психбольничку. Ну, Саш, зачастую мы привыкли, что от тебя сходят с ума. Как так получилось, что сейчас ты стоишь передо мной в усмирительной рубашке? Ну, я сошел с ума, да. Как так получилось? Ну, получилось это очень медленно, но эффективно. Эта девушка совсем преследует меня. И она преследовала меня уже два-три года уже. Представь, что у нее будет возможность посмотреть MTV и увидеть это интервью. Mm-hmm. Что бы ты ей хотел сказать? Вот туда. Ну, хотел бы сказать, что спасибо, что ты меня вдохновила на очень хорошую песню. И надеюсь, что вместе мы у нас будет успех с очень даже красивой танцевальной песней. Я скажу так, из того, что я понял, то есть такая у него поклонница, которая живет в Израиле, насколько я понял. И она, він не хотів нікому казати. Я скажу всем. Вот, и она его преследует, реально преследует, она к нему прилетала в Норвегию, она 2 недели стояла под дверью, хотя его не было вообще в стране, стучала к родителям его, спрашивала, когда он, где его найти, куда мне лететь, она ему оставляет по 50-60 сообщений на автоответчике, и он, ему, видимо, это навеяло такую историю, что он ее заманивает в дурку, а сам уходит. В клипе ты сумасшедший, в реальной жизни каково твое психическое состояние на данный момент? Ну вот сейчас... Сейчас уже лучше. Я больше общаюсь с родителями, с друзьями. Девушек меньше сейчас у меня. И самое главное, я сплю много. С вами Александр Рыбак на MTV Украина.